Программа глобального образования. Это программа финансирования обучения в зарубежных вузах, предоставляет она вам следующие возможности. По программе вы можете поступить в 288 зарубежных вузов в 32 странах мира и обучаться в них по трем уровням подготовки. Это магистратура, аспирантура и для медицины ординатура либо интернатура. Обучение возможно по 5 приоритетным направлениям. Это наука, образование, медицина, инженерия и управление в социальной сфере. По условиям программы вы получаете грант, финансируется ваше обучение с условием возвращения в Россию трудоустройства в одну из компаний-работодателей. Более подробно сейчас расскажу вам об этом, но начнем с самого интересного. Это с той суммы денег, которую вы можете получить на обучение по программе «Глобальное образование». На сегодняшний день это 2 763 тысячи рублей на один год. Это означает, что вы можете запросить данную сумму на компенсацию обучения и сопутствующих расходов. За обучение вы отчитываетесь в квитанции о том, что оплатили стоимость обучения, сопутствующие расходы тратите на свое усмотрение без какой-либо отчетности. В случае, если у вас обучение бесплатное, вы можете запросить деньги только на сопутствующие расходы, и это составляет половину суммы гранта. 1 380 000 рублей на один год. Если программа длится более одного года, если мы говорим о магистратуре двухлетней или аспирантуре 3-4-летней, тогда эта сумма умножается на количество лет продолжительности программы. Обучение возможно, как я уже указала, в 32 странах. Если мы посмотрим на географию, очень широко представлены все континенты, всевозможные страны. Выбор остается за вами, за участниками программы. То же касается университетов, вы самостоятельно определяете, в какую страну и вуз вы хотели бы поехать учиться, проходите все этапы поступления, необходимые для того, чтобы стать студентом этого вуза. Обращаю внимание, что вузы в нашем списке являются самыми рейтинговыми, топовыми вузами мира. Качество образования в этих вузах соответствует лучшим стандартам, и для того, чтобы максимально улучшить возможность получения наиболее качественного образования, были также отобраны не только топовые вузы, но еще и топовые программы в этих вузах. Подробно списком можете ознакомиться на сайте educationglobal.ru. Обращаю внимание, что обучаться по программе глобального образования можно только в магистратуре, аспирантуре, на английском у нас это PhD-программы, эквивалентные нашей докторантуре в какой-то степени, и программы ординатуры. Грант не выдается на стажировки, краткосрочные программы, а также на программы двойных дипломов, так называемые двойные совместные программы между российским и зарубежным вузом. Такие программы, обращаю еще раз ваше внимание, не финансируются. Как я обозначила вначале, у нас 5 приоритетных направлений. Наука, инженерия, образование, медицина и управление в социальной сфере. В каждом из этих направлений обозначены определенные специальности. И по каждой специальности прописаны образовательные программы, которые подразумеваются под этими специальностями и направлениями. Полный список у нас представлен на сайте, по ссылке, которая указана в этой презентации. Также вы сможете зайти на сайт в раздел «Участнику», и там представлена эта информация в полном объеме. Но обращаю ваше внимание, что очень много дисциплин, специальностей все различных сфер, которые могут вас заинтересовать. А сейчас, чтобы у нас с вами получился немножко диалог, а не мой монолог, напишите, пожалуйста, в чате, в Q&A, во-первых, с какого города вы подключились, поступаете ли вы уже в зарубежные вузы, в какие страны, по каким программам, чтобы мы понимали, кто сегодня с нами присутствует и как мы с вами можем взаимодействовать по программе глобального образования. Присылайте, пожалуйста, посмотрим ваши ответы. Продолжу по поводу обучения. Это основные моменты, но прежде чем подать заявку на грант, ваша задача все-таки поступить самостоятельно в зарубежный вуз и пройти все этапы, все требования. На этом этапе мы помогаем и готовы вас проконсультировать по очень многим вопросам. А в рамках наших
очных презентаций, вебинаров, подобно сегодняшнему, мы готовы с вами поделиться общими рекомендациями по поступлению, сориентировать вас по тем либо иным программам, насколько они соответствуют, не соответствуют заявке на участие в программе «Глобальное образование». И многие другие вопросы. Прежде всего, ознакомьтесь с графиком мероприятий на нашем сайте, заглядывайте туда почаще, у нас очень много мероприятий проходит по различным городам и в онлайн-режиме. Второй источник информации, где можно узнать о программе и о поступлении в зарубежные вузы, это наше сертифицированное образовательное агентство. Они консультируют в том числе по вопросу поступления в вузы. Списком этих агентств ознакомьтесь, пожалуйста, по ссылке. Посмотрите, какие представлены в вашем городе, либо свяжитесь с ними в онлайн-режиме. Третьим источником, где вы можете получить консультацию по поступлению, являются образовательные международные культурные центры. В каждой стране есть свое представительство. В России они находятся либо при посольстве, консульстве, либо являются отдельным институтом. На примере тех, которые здесь обозначены для Франции, это Campus France, Голландия, Nufik Nasa Russia, США это Education USA, Британский совет, Goethe Institute, Austria и многие другие. По каждой из 32 стран такие представительства существуют в России, можете обратиться к ним. Ориентирую вас, где это находится на сайте. Главный вкладке о программе вы найдете календарь мероприятий, где публикуется актуальная информация о всех предстоящих мероприятиях. Рекомендации по поступлению найдете в разделе «Участнику» под раздел «Университеты и образовательные программы». Здесь представлена у нас также презентация поступления, презентация по сдаче TOEFL, IELTS, GRE, сроки подачи в зарубежный вуз и некоторая другая полезная информация, которую мы надеемся вам поможет в процессе поступления. После того, как вы поступили, либо еще ожидаете ответ из вуза, вы уже можете подавать заявку на участие в программе. Для того, чтобы стать кандидатом, вы должны соответствовать следующим требованиям. Прежде всего, это гражданство Российской Федерации. Следующее требование является наличие степени бакалавра или специалиста. Для этого вам необходимо диплом предоставить, если вы еще только на этапе окончания вашего вуза, последний курс, вы предоставляете справку о том, что вы на последнем курсе обучения. Если у вас имеется уже степень магистра или у кого-то уже даже может быть степень кандидата наук, докторская, это не является ограничением снова принять участие в программе, получить дополнительное новое образование только уже в зарубежном вузе. Следующим требованием является документ о поступлении. Тот самый документ, приглашение, которое вам вуз отправляет, когда они готовы вас взять в ряды студентов. Если они готовы, рассмотрели вашу кандидатуру и прислали вам подтверждение, оффер. Этого документа достаточно для подачи заявки. То есть документы enrollment, когда вас уже зачислили, когда вы уже оплатили обучение, этого нет необходимости сейчас предоставлять на этапе подачи. И последнее требование – это согласиться с условиями программы. Одно из условий – это вернуться в Россию по окончанию обучения и трудоустроиться. Если какие-либо уже вопросы, если таковые имеются, пишите, пожалуйста. Что важно, на что важно обратить внимание при подаче заявки? Прежде всего, соответствие вашего вуза и образовательной программе тем утвержденным спискам, которыми мы руководствуемся. Перечень вузов и программ представлен по ссылкам. Вторым не менее важным аспектом является зарегистрироваться на официальном сайте, то есть подать вашу заявку именно по той ссылке, которая здесь указана на educationglobal.ru. Также важно ознакомьтесь еще до того, как вы подаете заявку, с списком документов. Он не представляет из себя определенной сложности, поэтому все документы просто необходимо заранее подготовить. Следующий момент, на что хотелось бы сегодня обратить ваше внимание, мы заявки принимаем круглый год. Как только вы получили документы о зачислении в зарубежный вуз, сразу же можете подавать заявку на нашем сайте, подкреплять и оформлять ваш пакет документов. На сегодняшний день у нас идет первый отбор 2016 года, он стартовал 9 ноября и продлится где-то до середины марта. Здесь указаны примерные сроки отборов, точные даты будут известны в начале декабря.
Ждем их. Также хотелось бы отметить, что прием заявок у нас официально длится до конца 2016 года, но планируется продление этого приема. Мы ожидаем окончательного решения, которое сейчас обсуждается на уровне правительства. Пока точной информации, к сожалению, нет, но будем надеяться. После того, как вы подали заявку, в течение 5 дней мы проверяем ее на соответствие всем требованиям, сообщаем вам, все ли в порядке или нет. В случае, если что-то не в порядке, вы можете эти моменты некоторые подкорректировать, исправить, добавить документы. После того происходит конкурсный отбор. Как вы видите, одним из самых важных критерий, он имеет наибольшую значимость, является место кандидата в электронной очереди. Это означает, что те, кто раньше зарегистрировались на сайте и получили номер в очереди, имеют более высокий шанс получить финансирование, которое выделено в рамках данной программы. Если у вас имеется опыт работы, и вы поступаете по направлению наука, у вас имеются публикации, вам будет добавлен определенный балл в рейтинге. А для тех кандидатов, которые уже учатся за рубежом на момент подачи заявки, будет еще возможность получить дополнительный балл именно за тот факт, что они прошли часть обучения. Но все эти критерии на сегодняшний день являются более, скажем так, формальными, так как у вас очень большая возможность получить грант, мест тех, та квота, которая выделена на участие в программе, достаточно высокая. У нас 718 человек. Шанс получить финансирование у вас равняется 99%, скажем, если вы поступили в ВУЗ из списка по одной из программ приоритетного направления. На этапе поступления, как я вам уже отметила, присылайте ваши программы, пишите нам письма, консультируйтесь, прежде чем поступать на ту или иную программу, чтобы убедиться, что она действительно будет финансироваться и соответствует всем требованиям. Существует 5 шагов участия в программе. Первый шаг – это регистрация на сайте. Второй – это подкрепление комплекта документов. Третье – проведение конкурсного отбора. Я вам уже озвучила, что через 5 дней будет возможность узнать, соответствует, не соответствует ваша программа требованиям, но официально победителя утверждает наблюдательный совет программы во главе с министром образования и науки Российской Федерации. Это происходит 4 раза в год, каждый конкурсный набор заканчивается, подводятся итоги и утверждаются победители. Как только победители утверждены, вы сразу же можете подписать соглашение, в течение 30 дней вам будет перечислен грант на ваш личный счет, либо на счет вуза, если вы так пожелаете. Следующим шагом участия в программе для вас будет являться, собственно, само обучение в зарубежном вузе. Все моменты, связанные с оформлением визы, проживанием и так далее, вам необходимо будет реализовывать самостоятельно. Мы вам предоставляем финансирование для этих вопросов. И последним шагом участия в программе будет трудоустройство. Несколько условий существуют, которые ограничивают вас во временных рамках. После того, как вас объявили победителем, у вас будет некоторое время на то, чтобы подписать соглашение. С ним сегодня уже можете ознакомиться, посмотреть, что от вас будет требоваться, какая отчетность, какая документация. Вам необходимо будет предоставлять эту отчетность вовремя, как во время обучения, так и во время работы. Следующим условием является возвращение в Россию через месяц после окончания обучения, в течение месяца. В течение 3 месяцев необходимо будет трудоустроиться в одну из компаний списка и осуществить вашу трудовую деятельность не менее 3 лет, то есть 3-летняя работа в России. В случае, если вы нарушаете одно из этих условий, вы обязаны возвратить не только сумму гранта, но еще и штраф в двукратном размере, тройную сумму. Так, давайте посмотрим, есть ли у вас вопросы по тем моментам, которые я уже осветила. Так, спасибо, что присылаете нам информацию, с каких городов вы, куда поступаете. Очень интересно, мы с вами продолжим общение и после вебинара, думаю, по возможности вашего участия в программе. Продолжу тогда по поводу трудоустройства, последнего шага участия в программе после обучения.
что вас ждет в России, когда вы возвращаетесь. Трудоустроиться вы сможете в список компаний, который утвержден в рамках программы. Сейчас в нем 555 компаний. Этот список обновляется, дополняется на регулярной основе. То есть к моменту возвращения вашего из зарубежного вуза, возможно, уже список компаний будет намного больше. Более того, этот список расширяется как по запросу самих работодателей, так и по вашему запросу. То есть, если вы желаете работать в каких-то определенных компаниях, мы можем оказать содействие в процессе включения этих компаний в список. Следующим моментом является основная такая позитивная сторона в вашем трудоустройстве – это возможность самостоятельно выбирать организацию, самостоятельно договариваться о всех моментах вашей будущей работы, условиях трудоустройства, зарплата, должность, все эти моменты, уровень, область деятельности и так далее, все это вы обговариваете самостоятельно. Это не регламентируется программой. Допускается перейти из одной компании в другую. Сделать это можно не более 2 раз за 3 года, в случае, если у вас изменились какие-либо обстоятельства. Мы, со своей стороны, как оператор программы, будем вам содействовать в трудоустройстве, несколько механизмов, которые мы будем использовать в этом процессе. Прежде всего, как только вы, подписав соглашение, становитесь победителем программы, мы с вами проводим определенное анкетирование, где вы указываете свои навыки, опыт, выявляются ваши профессиональные приоритеты. Данную анкету совместно с видеообращением, которое вы составите для будущих работодателей, мы будем рассылать по профильным организациям. Сегодня уже можете зайти на YouTube-канал, посмотреть видеообращение других участников, наших победителей, которые сейчас учатся и скоро будут приступать к трудоустройству. Следующим механизмом, который мы будем использовать, это промотирование вас с помощью рекрутинговых агентств. Промотирование вашего резюме, отправка его по их базам данных и некоторые другие моменты, которые помогут вам найти компанию вашей мечты. Как уже сказала, будем содействовать включению тех компаний, в которых вы заинтересованы. Эти и другие механизмы будут использоваться, если у вас есть какие-то другие предложения, конкретные понимания, куда вы хотите поехать работать. Если у вас уже на данный момент имеется компания работодательная, она также может быть включена. Если есть какие-то вопросы по трудоустройству, пишите, задавайте. А я хочу в заключение рассказать вам о нескольких преимуществах программы. Да, прежде всего покажу, где это на сайте можно найти подробную информацию. Это в разделе «Участнику», подраздел «Трудоустройство». И что касается преимуществ программы, здесь хотелось бы прежде всего отметить свободу выбора. Вы выбираете как вузы, так и работодателей. Принуждения в выборе нет, поэтому за вами предпочтение той или иной страны, предпочтение того или иного работодателя. Заявки мы принимаем круглый год, на это акцентирую ваше внимание, что возможность получить грант у вас очень высокая до того момента, как начнется обучение. А в зарубежных вузах оно начинается, простите, в разные периоды времени. Например, во многих странах, если мы говорим об Австралии, азиатских, в том числе и европейских странах, учебный год может начаться в марте или в апреле. Он может начаться 2 раза в год, существуют такие 2 intakes. Поэтому участие в программе вам очень поможет получить финансирование именно к тому моменту, когда у вас начнется обучение. Следующим преимуществом программы я бы обозначила бесплатные консультации. Это наша и помощь наших партнеров, которую вы можете получить на этапе поступления. Если говорить о деньгах, о сумме гранта, это достаточная сумма для того, чтобы обучаться в элитных зарубежных вузах, на очень хороших образовательных программах. Но в случае, если программа очень дорогая и вам сумма грантов 2 миллиона 763 тысячи рублей не хватает, вы можете привлечь другие источники финансирования. Вы можете получить стипендию самого вуза, стипендию других программ, стипендию правительств других. Это не возбраняется, все эти гранты, стипендии можете суммировать. Единственное условие, чтобы
их условия участия не противоречили условиям участия программы «Глобальное образование». Период обучения финансируется весь. То есть вам не надо каждый год подавать снова заявку. Особенно это актуально для аспирантских программ, которые длятся 3-4 года, и нет необходимости каждый год ожидать, дадут либо не дадут вам грант. В случае с глобальным образованием финансирование на весь период. Минимальный срок 1 год, максимального не установлено. Следующим моментом, на который обращаю ваше внимание, является доступ к пулу лучших работодателей. С нашей помощью, с нашим содействием у вас будет возможность трудоустроиться в те компании, которые являются лидирующими на данный момент в развитии российской экономики. И еще одним важным аспектом программы мы бы отметили прежде всего принадлежность к клубам выпускников лучших вузов. Это дает вам возможность расширить ваши связи, как профессиональные, так и личные, и в дальнейшем, в будущем использовать их. На этом закругляюсь. Укажу, что вся подробная информация о программе у нас представлена на сайте. Все вопросы можно всегда нам написать на e-mail, позвонить, звонок бесплатный. Добавляйтесь к нам в соцсети, где мы публикуем всю актуальную информацию, анонсы предстоящих мероприятий, отчеты, а также отзывы, рекомендации наших уже победителей программы. Все с этим можете ознакомиться в соцсетях. Добавляйтесь, лайкайте нас. Сейчас с радостью отвечу на все ваши вопросы. Так. Смотрим. Вопрос от Яны. Если диплом получен в Чехии, для участия в программе его нужно ли нострифицировать? Яна, существует распоряжение правительства от 2013 года, сейчас не вспомню номер этого распоряжения, в котором указаны те вузы, образование которых признается в России. Ознакомьтесь, пожалуйста, с этим документом. Ссылку на него вы найдете у нас на сайте в разделе «Часто задаваемых вопросов». Если тот вуз, который вы закончили в Чехии, попадает в этот список, тогда нострифицировать нет необходимости. Если же не попадает, тогда нужно будет пройти нострификацию. Так. Еще вопросы, пожалуйста. Павел спрашивает, нужно ли трудоустроиться по возвращению в Россию в одной из компаний из конкретного списка. Да, Павел, список, он утверждается наблюдательным советом программы, и только те компании, которые находятся в данном списке, представлены вам в качестве выбора для трудоустройства. Но, как я уже отметила в презентации, есть возможность включения новых компаний в этот список. То есть список не закрытый. Так, позвольте следующий вопрос читать. Имеется диплом о высшем экономическом образовании, но хотелось бы заниматься искусством, театром и образовательной деятельностью, связанной с музыкой, кинематографом. Имеются ли подобные программы в глобальном образовании? Так, вопрос у нас от Кейт. Кейт, ситуация следующая. В рамках программы «Глобальное образование» возможно финансирование в области образования, в области управления в социальной сфере, в которую входит в том числе и cultural management. То есть управление в сфере культуры, если вам интересна эта деятельность, финансируется. Поэтому возможность получить грант у вас есть. Можно ли до выбора образовательной программы проконсультироваться, подойдет ли выбранная программа для гранта? Павел, да, обязательно такая возможность у вас существует. Присылайте нам письмо, мы очень оперативно рассмотрим указанную вами программу. Желательно, конечно, отправлять сразу ссылку. Если в программе имеются предметы на выбор, сразу же указать те предметы, которые вы планируете изучать, для понимания соответствия вашей программы. И мы вернемся к вам с обратной связью, вы будете знать, стоит ли поступать на эту программу или нет. Так, вопрос. Программа только для тех, кто получил высшее образование. Да, одним из условий участия в программе является наличие степени бакалавра или специалиста.
То есть если у вас еще нет степени бакалавра, но вы на последнем курсе обучения, тогда вы можете принять участие. А для этого необходимо будет предоставить справку из вуза. Вопрос от Маргариты. Может ли отсутствие опыта работы стать причиной отказа в трудоустройстве? Завершает бакалавр, затем поступая в магистратуру, затрудняет возможность получения профессионального опыта за период времени. Маргарита, кандидаты с различным опытом и без опыта, безусловно, будут трудоустраиваться. Это будет обычное трудоустройство. Как если бы вы трудоустраивались и без участия в программе, то есть вам необходимо будет показать себя работодателю с той стороны таким образом, чтобы он захотел вас взять в ряды своих сотрудников. Вопрос от Сайкаль. Скажите, пожалуйста, возможно ли прохождение ординатуры по программе, если уже пройдена часть или вся ординатура в РФ? Да, вы можете снова, то есть для участия в программе такого ограничения не существует. Для поступления в зарубежный вуз вам необходимо будет уточнять у них, готовы ли они снова вас брать на такую же степень обучения, уровень обучения, либо же необходимо будет подтвердить свое образование каким-то образом и так далее. То есть с нашей стороны ограничений нет. Ваша задача будет поступить в зарубежный вуз. Максимальный возраст, спрашивают. Да, возрастных ограничений для участия в программе нет. Поэтому неважно, сколько вам лет, если у вас есть степень бакалавра или специалиста, вы можете уже принять участие в программе. Так, есть ли еще вопросы? Пишите, пожалуйста. Если нет, мы тогда перейдем к второй части нашего вебинара, а именно о подготовке к экзаменам TOEFL и IELTS для того, чтобы поступить в зарубежный вуз. Так, вопрос от Никиты, последний, если возникнут еще вопросы, пожалуйста, пишите их, мы их рассмотрим в конце вебинара. Никита спрашивает, включены ли больницы в список компаний. Посмотрите, пожалуйста, список компаний на сайте. Представлено очень много медицинских учреждений и организаций, в том числе некоторые из них являются больницами. Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком. Татьяна, ответим на ваш вопрос в конце. Еще, если возникают, пишите, пожалуйста, мы здесь на связи. Так, выключаю я презентацию, передаю слово Елене. Перейдем ко второй части. Так, секундочку. Да, скажите, видно ли, напишите, пожалуйста, в чат, видно ли... Елена, у вас идет очень сильный шум. Так, сейчас секундочку попробую, что мне с этим сделать. Ну, я так, включила экран, скажите, видно ли презентацию. С шумом, к сожалению, наверное, на данном этапе не могу ничего сделать. Меня слышно? Начнем с этого голоса. Окей, я думаю, мы можем начать. Если будут какие-то возникать трудности, то, пожалуйста, пишите в Q&A. Я буду по ходу смотреть и в том числе по ходу отвечать и задавать вопросы по ходу. О чем мне бы хотелось сейчас с вами поговорить? О подготовке к языковым экзаменам. Да, одним из условий поступления в международный вуз, будь то вуз в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Австралии и так далее, является необходимым знание иностранного языка. Во многих странах, даже если они не являются
100% англоговорящими, да, необходимо сдать именно языковой экзамен на английском языке, если вы хотите обучаться именно на английском языке. Вот как раз об этих наиболее популярных и наиболее часто сдаваемых экзаменах языковых, которые проверяют вашу способность учиться на английском языке, мне бы хотелось с вами сегодня поговорить. Но прежде чем я буду рассказывать про сами экзамены и про подготовку к ним, паре слов о том, откуда, в принципе, мы с Максимом знаем, как готовиться к этим экзаменам, как строить подготовку, из чего состоят эти экзамены. С недавних пор мы стали сотрудниками, эксклюзивными партнерами компании Kaplan. Это компания, которая занимается подготовкой с нормализированным экзаменом уже более 75 лет. И за это время, естественно, был накоплен опыт, экспертиза и понимание того, как правильно готовить к языковым экзаменам. Сегодня я с вами поделюсь частичкой этой экспертизы, частичкой этих знаний, чтобы у вас было понимание, на что ориентироваться, на что обращать внимание, что важно, что учитывать при подготовке к IELTS или TOEFL. Но прежде напишите, пожалуйста, в Q&A или в чат, да, куда вам удобно, кто из вас уже точно знает, что нужно будет сдавать языковой экзамен, IELTS или TOEFL. Напишите, пожалуйста, в чат или в Q&A, кто из вас уже точно знает, что вам предстоит сдавать языковой экзамен IELTS или TOEFL. Так, вижу IELTS от Евгения, Татьяна, Елена тоже IELTS, так, Маргарите нужно TOEFL сдавать, Павлу IELTS, отлично, Екатерине TOEFL сдавать, супер. Сегодня как раз об этих двух экзаменах и поговорим, думаю, будет полезно. Начнем с того, что просто такое, в общем, посмотрим, а что это за экзамен, в чем их особенности, почему нельзя просто поговорить по скайпу на английском языке, или можно, в чем плюсы и минусы. Ну, давайте начнем с такой общей информации о том, что TOEFL и IELTS – это два экзамена, которые являются международными, но по происхождению TOEFL – это больше американский экзамен, IELTS – это британский слэш австралийский, но на самом деле IELTS – это международные, они стараются быть международными, они объединяют в себе лексику и американского английского, и британского английского, но происхождение у них немножко разное. С точки зрения самого типа экзамена, TOEFL есть только в формате academic English, то есть это экзамен, который проверяет вашу способность учиться на языке, использовать академическую лексику, понимать академическую лексику. Что значит академическая лексика? Это значит набор достаточно сложных терминов, сложных формулировок, связанных с исследованиями и так далее. Например, в части чтения, мы еще поговорим с вами о разделах экзамена, в части чтения у вас может быть текст про птичьи клювы. Серьезно, абсолютно реальный текст из реального экзамена, мне такой попадался, где просто описаны различные клювы птиц. Понятно, что это сложная и специфическая терминология, и вы должны быть способны с этой терминологией работать. IELTS же бывает в двух вариантах, это академик и general. Академик, соответственно, выполняет ту же самую роль, необходимо на этом экзамене показать, что вы можете учиться на языке, изучать какую-то новую информацию, работать со сложной терминологией. General IELTS – это экзамен, который сдают для того, чтобы переехать куда-то, да, он обычно требуется в различных консульствах, то есть для того, чтобы поехать жить. Да, это экзамен, который проверяет, что вы можете жить на иностранном языке, общаться на такие повседневные темы. Последний общий момент, да, для того, чтобы вы просто понимали, где находится какой балл, что хорошо, что плохо, в TOEFL максимальный балл – это 120, в IELTS максимальный балл 9, при этом в IELTS вы можете получить половинчатый балл, 7,5, 6,5. Кстати, про баллы. Как вам кажется, опять же, напишите мне, пожалуйста, в чат, как вам кажется, какой средний балл в России по экзамену, ну, например, IELTS? Как вам кажется, какой средний балл сдачи IELTS в России? 6,5, так, еще варианты 6. Давайте еще парочку догадок. 7 или 7. Ага, 7 или 8. Смотрите, немножко цифр. Таким считается хорошим баллом для поступления в хороший вуз является балл 6,5. Да, в большинстве, на сайте большинства вузов вы увидите это как порог. Больше 6,5 – хорошо. И в России средний балл сдачи действительно 6,5. А в мире, интересно, что
На сайте IELTS у них официальные представители дают средний балл для мужчин и для женщин. И женщины сдают немножко лучше, они сдают на 6,2 в среднем в мире, а мужчины на 6. Вам сразу вижу вопрос от Ангелины. Возможно ли обучаться на немецком языке на английском? Да, и поэтому как раз действительно задача TOEFL и IELTS является таким популярным вопросом. Во многих вузах, которые находятся в Франции, в Германии, в Испании и так далее, есть англоязычные программы. Если вы хотите поступить на англоязычную программу, вам нужно сдавать экзамен, подтверждающий ваше знание английского языка. Окей. Это была общая информация об этих двух экзаменах. Сейчас будем смотреть в детали для того, чтобы понять, к чему именно готовиться, что важно знать, если вы хотите сдавать эти экзамены. Прежде всего, строение обоих этих экзаменов – это 4 части. Listening, reading, speaking, writing. Повседневное чтение, говорение и письмо. Есть отличия в том, как построены эти части, но эти части одинаковые в обоих экзаменах. Что важно, обратите внимание, здесь нету так называемых заданий на знание грамматики или лексики. То есть у вас не будет задания, в котором вам нужно верно вставить глагол в нужной форме. Но вашу грамматику, да, ваше правильное произношение и правильное построение и так далее будут проверять в части говорения и письма. Давайте посмотрим на каждый из экзаменов с точки зрения их строения и того, что вас там ожидает. Первый экзамен, о котором мы поговорим, это TOEFL. Я видела, некоторые из вас, да, хотят сдавать этот экзамен, давайте посмотрим. Первая вещь, которую вам нужно знать об этом экзамене, это то, что он пишется 4 часа. 4 часа, и это действительно вызов, это первый вызов, который встает перед человеком, потому что если, например, взять любой экзамен, ну, возьмем выпускной из школы экзамен ЕГЭ, он должен длиться около 4 часов, например, математика. Да, ЕГЭ по математике длится 3 часа 55 минут, но люди, которые сдают ЕГЭ по математике, они не пишут экзамен 3 часа 55 минут, они пишут экзамен где-то 2,5 часа или 3 максимум, оставшееся время они распределяют как хотят. Хотят перепроверяют работу, хотят вносят ответы в бланк, хотят пьют воду и едят шоколадку и выходят раньше. В случае с экзаменом TOEFL, так же, как и с IELTS, у вас нету ни минуты свободного времени. Так построены эти экзамены, что вы в очень жестких и очень строгих рамках. Каждую минуту присутствия на экзамене вы будете решать экзамен и бояться, что вам не хватит времени. И действительно, если вы не подготовитесь специально, вам не хватит времени. Это факт. Так построен этот экзамен. Вы должны натренироваться, уметь работать быстро, быстро и долго. 4 часа действительно тяжело. Просто с точки зрения умственных способностей, да, мы устаем, у нас теряется концентрация. И это первый вызов. Первый вызов, который стоит перед людьми, которые собираются сдавать тот или иной языковой экзамен. Окей, с чего состоят эти части? Чтение. В чтении там от 3 до 5 абзацев есть вариативность, да, вы можете попасть либо чуть больше чтения, чуть меньше аудирования, либо наоборот. Каждый текст носит в себе, если мы говорим о TOEFL, некую академическую тему, это может быть что-то из науки, истории, искусства, животные, животный мир, биология, все что угодно, но это не будет какой-то повседневный текст, повседневный разговор. К каждому из текстов есть набор вопросов, вопросы все формата multiple choice, то есть вы выбираете один из 4 вариантов, нигде ничего дописывать, вставлять, соотносить не нужно, в отличие от IELTS. И здесь все multiple choice, поставили буллеты в нужные места и поехали дальше. Кстати, TOEFL в России сдается только на компьютере, да, соответственно, тоже есть свои нюансы. Следующий блок – аудирование, и здесь у нас есть 2 вида заданий. Одно задание, опять же, проверяет вашу способность учиться на языке, вы будете слушать лекции тоже на академические научные темы. И второй тип заданий – это задания, в которых вы уже послушаете что-то из повседневной жизни. Какой-то диалог, рассказ студента о том, как обустроиться в университете, или что-то уже более простое с точки зрения лексики. После чего вас отправят на перерыв, вас действительно отправят на перерыв, вы не сможете использовать эти 10 минут, как вам хочется, вы не сможете потратить дополнительные 10 минут на аудирование или на чтение. Ровно 10 минут вас выгонят, грубо говоря, из аудитории, и потом запустят обратно. После чего вы вернетесь и начнете делать часть говорения. Говорение в TOEFL проходит в формате записи, вы будете сидеть перед компьютером, у вас будут наушники, микрофон, и будут 3 вида заданий.
В части говорения у нас появляются так называемые интегрированные задания. Это необычный и новый формат для большинства людей, которые когда-либо занимались английским языком и решали какие-либо задания. А это что-то новое. Почему они называются интегрированными? Потому что там вам нужно не просто дать ответ на вопрос устно, да, показать, что вы можете говорить. Там вам нужно сначала прочитать, затем послушать какую-то информацию, которая дополняет друг друга, и после этого дать ответ. У вас не будет времени на размышления, на то, чтобы себе структурировать, написать какой-то план вашего ответа. Нет, вы будете слушать, читать и сразу отвечать. И следующий тип интегрированного задания – это когда вы слушаете и сразу отвечаете. Зачем нужны такие сложности? Ну, я думаю, причина понятна. Да? Нужно проверить, что человек действительно способен жить на этом языке, слушать и сразу же понимать, что происходит, сразу же давать ответ банально на экзамене, да, прочитал условия, где послушал вопрос лектора и задал свой вопрос или дал свой ответ. Поэтому все довольно-таки жестко и непросто. И следующая наша часть – это письмо. В письме у нас два задания, одно из них тоже интегрированное, то есть вам нужно будет прочитать, послушать и составить некое свое видение того, что вы услышали и прочитали. И второе задание уже более свободное, есть тема, и вы пишите ваш ответ. В итоге, как уже было сказано, это 4 часа. 4 часа сдачи экзамена по английскому языку с разными форматами, и это обуславливает в первую очередь необходимость специализированной подготовки именно к этому экзамену. Окей, посмотрели так вкратце с вами настроение TOEFL и посмотрим теперь на IELTS. Ну, первая вещь, также вопрос времени. Экзамен IELTS длится около 2,5 часов. Значительно меньше, да, если мы говорим в сравнении с TOEFL, то можно сказать, что по времени это немножко легче. Но с точки зрения заданий, с точки зрения сжатости условий, здесь точно так же, да, нельзя сказать, что IELTS легче, он другой. Вы сейчас увидите это в том числе, когда мы будем разбирать блоки. Аудирование, первая часть, которую вам предстоит делать, когда вы поступаете к IELTS. Кстати, IELTS пишется на бумаге в России, не на компьютере, как TOEFL. У вас там есть 4 записи, в каждой записи есть секции с заданиями. Что важно, у вас, опять же, не будет времени послушать, подумать, еще раз послушать. Вы слушаете один раз. И по ходу того, как вы слушаете, вам сразу же нужно будет отвечать на вопросы. У вас будет 10-секундный перерыв между одним кусочком аудирования и вторым кусочком аудирования. Как я уже сказала, все довольно сжато. Следующая часть чтения. Здесь тоже есть несколько текстов, 3 текста обычно. Эти тексты идут по возрастанию уровня сложности, то есть сначала что-то описательное, затем уже что-то с более сложной терминологией и фактологией, и третий текст будет вообще жесткий, будет научную тему. К каждому из текстов есть набор вопросов, около 10-15, варьируется от текста к тексту. Здесь уже у нас не multiple choice, как это было в TOEFL, здесь задания абсолютно разного формата, начиная от того, что вам нужно будет вставить в текст какие-то выражения, задания, в которых вам нужно будет определить true, false, not given, yes, no, not given, задания, в которых вам нужно будет заполнить картинку, у вас будет, например, карта, да, и вам нужно будет подписать какие-то элементы на основе того, что вы прочитали. Задания очень разные, если говорить о количестве форматов заданий, то их около 20 абсолютно разных форматов заданий, и это определяет необходимость подготовки к конкретным форматам задания. Если вы не знаете о том, что вас ожидает на экзамене, вы автоматически теряете шанс проявить себя на максимум на этом экзамене. И дальше у нас идет часть письма. Здесь уже нет интегрированных заданий, как в TOEFL, зато есть задание, в котором вы описываете некий график, и вам нужно описать его, используя академическую лексику, да, что, как это обычно делается в докладах, да, или в исследованиях. Здесь вам нужно сделать такую маленькую выдержку из исследования, где вы описываете некий график, некоторые результаты эксперимента, что-то вроде того. После чего у нас есть блок говорения. Что важно, блок говорения может пройти у вас как в тот же день, когда вы пишете все остальные части, так и другое. Это может быть до основных блоков, после, зависит от того, как вам повезет. Здесь на это повлиять практически невозможно. Вы зарегистрируетесь на экзамен, и вам уже постфактум скажут,
когда вы будете проходить вашу часть говорения. И говорение проходит с носителем языка. В отличие от TOEFL, где вы сидите в наушниках и говорите в компьютер, да, то здесь вы говорите с реальным человеком, есть вопросы, да, заданные вопросы, но он задает вам дополнительные вопросы, которых вы не знаете заранее. Здесь, например, первое стандартный, один из вариантов задания в говорении. Вас спрашивают, расскажите о себе, расскажите о вашем опыте, есть какие-то поинты, которые вам нужно рассказать. И вот вы рассказываете, вам нужно быть способным в течение 4-5 минут говорить без остановки. Да, то есть не сидеть и думать, так, как же мне перевести это слово. Нет, в течение 5 минут спокойно говорить на английском языке. И по ходу экзаменатор может задавать вам вопросы, будет задавать вам вопросы, на которые вам также нужно будет отвечать сразу же по ходу. В итоге, как мы уже сказали, этот экзамен длится 2,5 часа. Итак, это был короткий такой обзор особенностей этих двух языковых экзаменов. В конце мы с вами еще раз пройдемся по основным отличиям, да, для того, чтобы вы могли для себя сравнить и понять, какой вы экзамен хотите сдавать. Татьяна спрашивает, есть ли срок давности. Да, действительно, эти экзамены, результаты этих экзаменов являются действительно в течение 2 лет. Кстати, интересный такой факт. Как вам кажется, какой процент людей пересдают экзамен IELTS или TOEFL более чем 2 раза? Как вам кажется? Напишите мне, пожалуйста, в чат. Вот человек выбрал экзамен, зарегистрировался на него, заплатил достаточно немалую сумму, это $250, и варьируется в зависимости от курса. Сейчас это в Москве около 14 тысяч рублей. Как вам кажется, какой процент людей сдают экзамен больше, чем 2 раза? Так, вижу варианты 30, 60, 40. На самом деле 40%. 40% пересдают. Если пытаться подумать, почему, то, наверное, ответ может быть следующим. Во-первых, у вас есть очень четкий критерий. Вам нужно, например, 6,5. Если вы получили не 6,5, ну что поделаешь, надо еще готовиться и еще сдавать. Вторая причина, почему люди, да, пересдают, это изначальная неправильная подготовка, когда они что-то не учли. Когда они думали, что, например, будет достаточно хорошо знать язык, чтобы получить части 5. К сожалению, это не всегда так, и это то, о чем мы с вами поговорим как раз в следующей части нашей беседы, о подготовке к языковым экзаменам. Прежде всего, как я вам уже сказала, мы являемся партнером компании Kaplan, компания, которая занимается подготовкой к экзаменам, и это другой мир. Это индустрия тест-прэп, подготовки к экзаменам, которая работает по-другому. Что значит работает по-другому? Я приведу такой простой пример. Возьмем пример из спорта. Да? Можно просто ходить в тренажерный зал для того, чтобы поддерживать какую-то форму. Просто ходишь 2-3 раза в неделю, там, делаешь какие-то упражнения в свое удовольствие. А можно заниматься так, чтобы прийти к какой-то цели, например, поднять 100 килограмм. Два этих подхода, они будут абсолютно разными. Казалось бы, и здесь ты делаешь какие-то спортивные упражнения, развиваешь свою силу и так далее. Но если ты просто ходишь в тренажерный зал, не факт, что ты когда-то поднимешь 100 килограмм, если у тебя не было такой цели. Если же ты хочешь поднять 100 килограмм, тебе нужно не просто идти к этой цели, тебе нужно спланировать, что ты будешь делать. Нужно знать нюансы, нужно знать, как не покалечить себя, да, можно ли сразу пытаться поднять 100 килограмм или нельзя, с каким шагом нужно увеличить вес. То же самое происходит, когда мы говорим об обычном изучении английского языка и подготовке к стандартизированному экзамену. Это два абсолютно разных процесса. Если вы просто изучаете язык, вы можете делать это в свое удовольствие, можете, возможно, быть уровень intermediate, все прекрасно, вы можете общаться с людьми в разных странах на английском языке, но экзамен — это другое. Конкретный результат на экзамене требует определенных усилий. И сейчас я вам покажу буквально вот несколько пунктов, которые являются примером того, что вы готовитесь до экзамена. Да, это принципы тест-прэп, подготовки к экзамену. Первое – это доскональное понимание экзамена. Нужно знать все от нуля и до самого конца. Какие будут тексты, какие задания, сколько времени мне понадобится. Потому что это факторы, которые, да, повлияют на вашу оценку. Вне зависимости от того, хорошо вы знаете язык или нет. Если вы не знаете, как построены задания, где там ловушки и сколько времени вам нужно себе отвести на эти задания, вы просто, ну да, сдадите этот экзамен, да, сдадите его неплохо, но не выдавите из себя максимум ваших возможностей, не получите тот балл, который вы заслуживаете.
Следующий принцип в индустрии тест-преп – это специальная подготовка, специальные программы обучения. Это специальные алгоритмы и стратегии, с которыми я вас сегодня немножко познакомлю, которые приводят вас к 100 килограммам или к тому баллу, который вам нужен. Ну и последняя вещь. В этой индустрии все построено на очень серьезном анализе данных, что работает, что приводит к каким баллам, с какого балла до какого человек может подняться за 1,5 месяца, за 2 месяца, за 3 месяца обучения. Для того, чтобы приводить к результату, нужно понимать, что работает, что эффективно, что действительно позволяет человеку повышать свои баллы. И сейчас я вам покажу в примерах, что же значит подготовка непосредственно к языковому экзамену. Прежде всего, можно поделить на 2 части, да, для того, чтобы сдать экзамен на тот балл, который вы заслуживаете, который вы реально можете получить, да, в соответствии с вашими способностями, не только знанием языка, а способностями в принципе. Должны быть 2 части – знание экзамена и знание языка. Что включает в себя знание экзамена? Самая простая и первая вещь, которая приходит на ум, если мы говорим о подготовке к TOEFL или IELTS, это тот факт, что в TOEFL вы встретитесь с американским английским, с американским произношением, а в IELTS это будет не только британский английский, не только британское произношение, это может быть произношение из любой страны, в которой английский является государственным языком, это может быть Канада, Соединенные Штаты Америки, Новая Зеландия, Великобритания, все что угодно. И вам банально нужно быть готовым к тому, чтобы слушать другое произношение. Уметь работать с лексикой, которая отличается, британская отличается от американской, и вам нужно быть к этому готовым. Но это малая часть. Большая часть подготовки к экзамену именно в аспекте формата заключается именно в знакомстве с форматами заданий. Сейчас мы с вами посмотрим на пример одного из форматов. Это задание, которое есть в IELTS, это задание на True, False, Not Given. Что у нас в этом задании? Да, есть утверждение, есть текст, есть утверждение, и вам нужно понять, какое из утверждений является true, false или not given. Напишите мне, пожалуйста, в чат, кто из вас уже сталкивался с подобным заданием, наверняка многие. Как вы оцениваете это задание? Легкое оно, нелегкое? В чем его трудность? Вот. Как на ваш взгляд, это задание? Напишите мне, пожалуйста, в чат. Так, вижу варианты, что оно трудное. Так. Я считаю, что не сложное. Павел говорит, что в нем всегда есть ловушки. Действительно, и сегодня мы с вами посмотрим на один из таких примеров. Надо быть внимательным. Абсолютно верно. Зависит от темы текста. Согласна, конечно, зависит от сложности текста, от того, как составлены данные утверждения. Еще какие-нибудь варианты? Ну, я уверена, что большая часть из вас, да, встречались с подобным заданием, потому что оно достаточно распространенное. Но есть практически во всех учебниках, неважно, готовится ли к экзамену или нет к экзамену. Но в чем может быть особенность с точки зрения именно этого экзамена, я сейчас вам покажу. Во-первых, нужно понимать, а что значит true в контексте IELTS. Прежде всего, это значит, что данный факт в вашем утверждении должен быть четко прописан в тексте. Например, если вы знаете, что там, Россия занимает первое место по своей площади, но при этом в тексте сказано, что Россия одна из самых больших стран, то вы не сможете сказать, что это true. Вы не сможете сказать, что утверждение «Россия – самая большая страна по площади» вы не сможете назвать true. Если в тексте четко не написано, что Россия на первом месте, а сказано, что она одна из самых больших, то это не будет фактом true. Это самое главное, что вам нужно запомнить. Вещь, которая утверждение, которое у вас есть, оно должно быть не просто верным, потому что вы знаете, но должно быть прописано четко в тексте, ровно так. Но не тем же самыми словами, которые в вашем утверждении, а различными синонимичными конструкциями, то есть перефразированием. Давайте посмотрим на то, как нам построить работу с утверждениями на примере нескольких предложений. Начнем с простых, да, для того, чтобы была понятна суть. Наше первое утверждение, с которым нам предстоит работать, «Cybercrime is on the rise». Коллеги, если кому-то будет что-то конкретное непонятно в плане перевода, вы пишите мне в чат, я буду по ходу отвечать.
Если вопросов не будет, то я буду иметь в виду, что вы все понимаете, что так написано. Окей, Cybercrime is on the rise. Мы прочитали с вами утверждение. Следующее, что мы должны с вами сделать, это подчеркнуть ключевые слова. Те слова, в которых содержится основная мысль. Так как предложение у нас простое, не содержит основную мысль только из, поэтому здесь мы подчеркнули и Cybercrime, и on the rise. Да, но на экзамене, конечно, там немножко сложнее, и сам навык выделения keywords тоже требует тренировки. И после того, как мы с вами подчеркнули ключевые слова, нужно подумать, а что у меня будет в тексте. В тексте у меня вряд ли, как мы уже сказали, будут ровно такие же слова. Скорее всего, будут синонимы. Поэтому нужно подумать про синонимы. Какие вы знаете синонимы для выражения on the rise? Напишите, пожалуйста, в чат. Синонимы для on the rise. Так, вижу первый вариант. Increase, абсолютно верно. Есть еще grow, да, и grow up. Несколько предложений, несколько слов вспомнили, этого достаточно. Следующий наш шаг, после того, как мы подумали о возможных синонимах, мы переходим к тексту, но мы не просто сравниваем текст и предложение, вот этот вот огромный текст, который у нас будет на IELTS, и предложение. Нет, мы ищем в тексте конкретный кусочек, к которому мы будем отсылаться, определяя, что у нас данное предложение является true, false или not given. Так построен этот экзамен. Так построены эти предложения, они не просто в целом о смысле текста, они соотносятся с конкретным участком текста. И нам нужно найти этот участок. С помощью специальной техники сканирования текста, не прочтения его заново, нам просто не хватит времени, если мы будем заново читать, мы сканируем текст и находим тот участок, в котором речь идет тоже о cybercrime. И данный участок – это предложение, которое вы видите сейчас на экране. This increase in cybercrime has alarmed many experts. Есть cybercrime, есть синоним для on the rise increase. Мы смотрим с вами на эти два предложения и сравниваем уже именно их, не текст и утверждение, а два конкретных утверждения, что, конечно же, намного легче. Видим, что, в принципе, идея передана та же самая. Видим, что нету каких-то contradictions, а нет слов, которые указывают нам на противопоставление. Таким образом, мы с вами делаем вывод, что это true. Самое главное, определенный порядок действий позволяет нам не сидеть и размышлять о тексте и утверждении. Позволяет нам четко, шаг за шагом, приходить к первому ответу. Давайте посмотрим на следующий вариант, на false. Да, что у нас бывает false? Прежде всего, что значит false в контексте IELTS? Это значит, что в вашем тексте должно быть написано ровно противоположное утверждение. Именно противоположное, не немножко другое, не недополненное, а именно противоположное. Посмотрим, например. Итак, personal computers were invented in 1990. Прочитали утверждение. Посмотрим, что у нас здесь ключевыми словами является. Ну, personal computers, invented и bot. Да, bot действительно является ключевым здесь, в том числе, ключевой точкой, которая может быть в тексте другой. После чего мы переходим к тексту, да, должны перейти к тексту, и быстренько просмотреть, просканировать на наличие вот этих вот ключевых слов или синонимов. Находим конкретное предложение, в котором сказано, что the first personal computer was invented in the 1970s. И все, дальше мы уже не думаем. Мы видим, что есть четкие contradictions, 70-й год и 90-й год. Никаких больше размышлений философских и лингвистических нам не нужно, мы просто говорим, что это false, и идем дальше. В этом, опять же, суть решения IELTS. Вы должны делать быстро, четко, без лишних раздумий. Ну и последнее, самое сложное, которое действительно зачастую вызывает вопросы и сомнения, not given. Что это значит? Not given с точки зрения IELTS означает, что ваше утверждение, идея вашего утверждения не должна быть прописана такая же в тексте, и с другой стороны, в ней не должно быть total opposite, так, какого-то четкого противоположения, потому что иначе это было бы false. Посмотрим на примере. Посмотрим на примере, здесь у нас будет немножко уже что-то более сложное, более реальное, приближенное к экзамену. Итак, наше утверждение «Rats are the most common nuisance to Antonians face». Давайте проверим, что мы знаем, что это такое. Ну, rats – крысы, да, nuisance – это вредители, в данном контексте это непосредственно вредители. Трантонианс – это не трантониане, не жители какой-то другой планеты, это люди, которые живут в Торонто.
Окей. Подчеркнем наши ключевые слова rats и moscow nuisance, то есть крысы – самые распространенные вредители в Торонто, или которые встречаются для торонтонцев. Окей, следующим шагом мы переходим к тексту, ищем в нем соответствующий кусочек и представим, что мы нашли вот такой отрывочек. Достаточно длинный, в котором у нас сказано, что, несмотря на то, что однажды они были eradicated, выгнаны из Торонто, bed bugs, кстати, кто из вас знает, что такое bed bugs, напишите мне, пожалуйста, в чат. Вот это пример действительно такой, вроде бы, академической лексики, да, знать, что там, bed bugs, rats, всяких таких странных животных, не животных, насекомых. Да. Bed bugs – это постельные клопы. Так, я вижу, что Станислав явно написал. Bed bugs, они comeback, вернулись, и сейчас являются one of the leading pests. Pests – это тоже вредители, являются самыми распространенными вредителями. Итак, что у нас здесь есть? В нашем утверждении сказано, что rats – крысы – самые распространенные вредители, а в тексте сказано, что bed bugs – one of the leading pests – самые распространенные вредители. Соответственно, какой мы делаем вывод? Что это false? Напишите мне, пожалуйста, в чат, как вы считаете, это false? Хочу побольше вариантов здесь. Я уверена, что у вас есть мысли, да, не бойтесь ошибаться, ошибки, в общем-то, приводят нас к правильным решениям. Напишите, как вам кажется, это будет false? Если у нас в нашем утверждении сказано, что rats, а the most common, самые распространенные вредители, а в тексте, что bed bugs, самые распространенные. Так, Евгений считает, что false. Так, еще какие есть мысли? Кейт считает, что true. True – это противоположно. Здесь про крыс, там про bed bugs. Какие еще варианты? Так, Ян считает, что true. Смотрите, друзья, это not given. Почему же это not given? Давайте посмотрим. У нас здесь есть такая хитрая фраза one of the leading. В нашем утверждении сказано, что rats the most. Что значит они the most? Это значит, что они на первом месте по вредительству. Они самые распространенные. Они, им присвоено первое место. One of the living означает, что они могут быть на втором, на третьем. Они где-то там в топе, но они не обязательно на первом месте. Это значит, что в тексте и в утверждении нету total opposite. Они могут сосуществовать, эти два факта могут сосуществовать вместе. Например, крысы на первом месте, а bed bugs на втором. И это то, как мы можем интерпретировать данные нам утверждения. Если эти два утверждения могут сочетаться друг с другом, и мы не можем точно сказать rats на первом месте или на втором, то мы говорим, что это not given. Вот это и была та обещанная ловушка. Вот абсолютно верно Ольга пишет, что если их больше, это еще не значит, что их чаще всего встречают, да? Потому что они являются one of the living, не означает, что они most common. В этом сложность IELTS. Они, да, будут пытаться вас поймать, причем на простых выражениях, не на том, знаете ли вы pests и nuisance, значение этих слов, а на том, знаете ли вы нюансы, разницы между one of the living и most common. Если вы знаете, где вас хотят найти, где вас хотят поймать в IELTS, вы можете избежать этих ловушек. В этом особенность подготовки к экзамену – знать, что от вас требуется в этом задании, знать, как его решать, чтобы наиболее быстро приходить к ответу, и знать, где вас будут ловить. Вот мы с вами сейчас увидели на одном из примеров, как строится это задание True False Not Given и в чем там может быть сложно. Следующий фактор, который касается знания экзамена, это вопрос стратегии. Что за стратегия? Что значит стратегия написания экзамена? Это касается того, вот вы придете на экзамен, и как вы будете делать аудирование? Вы будете смотреть, слушать закрытыми глазами, записывать все, что слышите, а потом быстренько проходиться по вопросам? Или вы будете пытаться слушать и сразу отвечать на вопросы? Или вы сначала прочитаете вопросы, а потом будете слушать? Это вопрос стратегии. Приходя на экзамен, вы должны точно знать, как вы будете делать различные блоки заданий. Сейчас я вам покажу наиболее распространенные стратегии решения блока чтения. Прошу прощения. Немножко хандрю. Зима наступила внезапно. Окей, стратегия чтения. Самая первая, самая распространенная стратегия – прочитать текст
а потом перейти к вопросу. Как вам кажется, а в чем может быть вообще минус подобной стратегии? Если мы сначала полностью читаем текст, а потом переходим к вопросам. Пока вы думаете над ответом, отвечу на вопрос Ирины, сайт подготовки. Нет, это индустрия, Test Prep. Мы непосредственно сотрудничаем с компанией Kaplan, и курсы подготовки Kaplan — это то, что мы непосредственно предлагаем у нас в учебном центре Максимум. Ну что, коллеги, как вам кажется, в чем могут быть минусы, если вы сначала читаете текст, потом переходите к вопросам? Так, есть у меня варианты. Не будем знать, на что нужно обратить внимание, абсолютно верно. Много времени уйдет на то, чтобы прочитать. Придется заново сканировать текст, абсолютно верно. Я абсолютно с вами согласна. Естественно, минусы этого подхода в том, что вам придется, вы можете не очень быстро прочитать этот текст. Пока вы его будете читать, вы можете не все понять. Мы с вами говорили, что там будет академическая лексика. Ну, кстати, так задумано, чтобы 25% слов вы не знали. И вам придется 25% слов пытаться угадать, да, додумать, что они значат, в зависимости от контекста. Вся эта стратегия, она, в принципе, жизнеспособна. Вы можете ее использовать, но вы должны быть уверены в том, что вы можете быстро читать английские тексты. Прошу прощения. Быстро читать английские тексты и запоминать то, что вы прочитали, да, чтобы, переходя к вопросам, вы уже примерно помнили, где у вас находится какая информация. Это непросто, этому можно научиться, но этому нужно научиться, если вы выбираете эту стратегию. Второй вариант – это стратегия, в которой вы сначала читаете вопросы, а потом переходите к сканированию текста. Как вам кажется, в чем минусы этой стратегии, если вы сначала читаете вопросы, а потом читаете весь текст для того, чтобы ответить на эти вопросы? Как вам кажется, в чем минус подобной стратегии? Так, отлично, все вернулось. Что, коллеги, я вижу, у вас появилась пара вариантов, да, почему этот подход не очень хороший, а нет, не появилось. Ну что, друзья, какой вам, на ваш взгляд, может быть минус подобной стратегии? Или все так будем делать? Будем читать вопросы, а потом приходить к тексту. Ну хорошо, скажу вам варианты, которые я обычно слышу на подобных мероприятиях, когда говорю об этих стратегиях. Считается, что достаточно непросто, если вы смотрите вопрос, да, вы даже не знаете, о чем идет речь, куда смотреть. Наверное, сейчас написали нам в чате. Куда смотреть, где искать в тексте нужную информацию? И если вы не умеете быстро сканировать текст, то вы только много раз прочитаете текст, да, для того, чтобы найти нужную информацию. И с другой стороны, если вы вылавливаете нужный момент, но не знаете всего содержания текста, вы можете упустить какие-то важные элементы контекста. Да, возможно, у вас буквально в предыдущем абзаце было сказано, что там, следующая мысль неверная, или автор с ней не согласен. А вы увидели только этот абзац, его восприняли и в соответствии с ним дали ответ. Тоже есть минусы, но опять же, эта стратегия, она легитимна, ее можно использовать, но когда ее нужно использовать, когда вы уверены, что вы умеете быстро сканировать текст, умеете улавливать основную мысль текста без того, чтобы каждый раз его прочитывать заново. Ну и последняя стратегия, которая считается наиболее правильной, но наиболее сложной в освоении. Это стратегия, в которой вам нужно прочитать текст и по ходу того, как вы его читаете, составить некое summary для каждого абзаца, то есть вынести основную мысль, вынести ключевые слова. Таким образом, при первом же прочтении у вас получается некое меню текста. И когда вы переходите к вопросам, вы уже не сканируете заново текст, у вас есть меню, вы просто смотрите на свое меню текста и идете туда, где находится ответ на ваш вопрос. В чем плюс этой стратегии, я думаю, вы понимаете, да, мы экономим время, мы не перечитываем заново текст, мы знаем, где какая информация находится. В чем минусы?
Ну, нужно научиться использовать эту стратегию, нужно натренироваться, быстро составлять summary каждого абзаца, быстро получать вот эту выжимку из того, что вы прочитали. Итак, основной вывод, который я бы хотела здесь сделать, для каждого из блоков экзамена у вас должна быть своя стратегия понимания, что именно вы будете делать на, при ридинге, при чтении, при аудировании, при говорении или при письме. У каждого из вас свои особенности. Кто-то умеет быстро читать, кто-то умеет быстро вычленять основную мысль, кому-то легче просканировать несколько раз текст. Нужно выбрать, что именно подходит именно вам. Для того, чтобы выбрать, нужно знать, какие стратегии в принципе есть, и потренироваться, понять, что именно работает именно для вас. Это был второй принцип, если вы готовитесь непосредственно к экзамену. Третья вещь касается вопроса тайминга. Мы с вами уже говорили, что времени очень мало, времени будет не хватать. Так построен этот экзамен. Для того, чтобы вам, да, хватило времени, нужно как минимум постоянно следить за тем, сколько времени вы отводите на какую часть. Нужно точно знать, что на первый текст вы потратите 17 минут, на второй 20, а на третий 23, потому что третий текст самый сложный. Вам нужно точно знать, когда вы должны занести свои ответы в план. Но помимо этого, вы должны думать о том, как вам ускорить процесс решения некоторых заданий для того, чтобы успеть. Сейчас я вам покажу пример задания из TOEFL, тоже из части ридинга, ну, потому что нам легче всего сейчас будет с этим форматом работать. Я вам покажу, как правильный подход к решению задания, как знание экзамена позволяет сократить время на решение этого задания. Итак, вы видите на слайде само задание. Не вдавайте сейчас в прочтение, мы каждый из пунктов разберем. В чем суть задания? Суть задания в том, что вам нужно выбрать из четырех предложений, какое из предложений наилучшим образом передает основную мысль данного предложения. Предложение взято из текста. Первая вещь. Зная экзамен, зная то, как строятся эти задания, я вам могу сразу сказать, не нужно пытаться понять это конкретное предложение, смотря только на него. Сразу идите в контекст. Это предложение будет выбрано таким образом, что в нем будут серые пятна, будут неоднозначности с точки зрения основной мысли. Поэтому мы даже не будем тратить время сейчас, пытаясь разобраться с этим предложением поодиночке, а сразу пойдем к контексту и будем разбираться уже в контексте. Итак, в нашем контексте это предложение во второй половине, да, вот оно, the growing power of the elite, who control the economy. Would give them the means to physically coerce people to move to Tetia Can and serve as additions to the labor force. Первая вещь, которую мы с вами должны сделать, это посмотреть именно в формате контекста, что происходит с главным нашим действующим лицом, с тем, о ком говорится в нашем предложении. В нашем предложении говорится о the growing power of the elite, про элиту. Посмотрим, что про эту элиту сказано в предыдущем предложении и в следующем, чтобы убедиться, что контекст нам не меняет весь смысл данного предложения. Итак, в предыдущем предложении сказано, что что-то там все приводит к увеличивающемуся благосостоянию этой элиты. В нашем предложении сказано, что увеличивающаяся власть элиты, которая контролирует экономику, позволяет ей там что-то делать дальше. И в следующем предложении сказано, что в результате всего сказанного выше, элита приобретает больше могущества и больше денег, да, больше благ. То есть мы видим, что во всех трех предложениях, в нашем, в предыдущем и в последующем, есть какая-то элита, которая приобретает все больше могущества за счет некоторых описанных ранее фактов. Теперь посмотрим на непосредственно наше предложение, да, что же они там, что же им позволяет вот эта вот растущая власть, что элите позволяет делать эта растущая власть, она ей позволяет give them, да, the means to physically coerce people. А кто такие them? Вот оно, то самое серое пятно. Мы с вами говорили, да, задание составлено таким образом, что будет серое пятно. В самом предложении непонятно, кто такие them. Поэтому мы смотрим на предложение до и видим, что them — это immigrants. И мы получаем, что в нашем предложении речь идет об элите, которая за счет своей власти, за счет того, что она контролирует экономику, имеет возможность физически, да, физически принуждать иммигрантов приезжать в TTFN и работать surface additions to the labor force. Быть, ну, иммигрантской такой, можно сказать, грубой рабочей силой. Вот это наша основная мысль предложения. Обратите внимание, мы не разбирали каждое слово,
Да, мы не сидели, не пытались понять, а где же у нас здесь какие нюансы. Нет, мы посмотрели сразу в контекст, увидели основную мысль, закрыли серое пятно, и теперь можем переходить к решению задания. Следующая важная вещь, которую нужно знать при решении этого экзамена TOEFL и, в принципе, любого языкового экзамена, это то, что сами задания, они не строятся просто так. Варианты ответов подбираются не просто так. Там не будет просто какая-то информация. Там будет предложение, в котором обязательно заложена ловушка или по-научному называется дистрактор. Дистрактор – это нечто, какой-то признак, который нехорошо знающего язык человека собьет с пути верного, да, и заставит его выбрать неверный вариант ответа вместо верного. За счет этих дистракторов повышается уровень сложности задания. И сейчас я вам покажу, какие дистракторы, какие ловушки кладутся в варианты ответов в подобном задании, а какие признаки, да, являются признаком правильного варианта ответа. Посмотрим на примере данных нам предложений. Первое предложение. The immigrant waivers were necessary in the continued expansions of TTIP. Что здесь сказано? Да, сила мигрантов необходима для продолжающейся экспансии TTIP. То есть, в принципе, это верно. Да, мы с вами говорили, видели там, что в тексте, да, что для элиты необходимо вот это вот необходимы мигранты, которые являются рабочей силой, которые позволяют приобретать все больше власти. Но идея передана как-то слишком просто, да, видите, даже предложение маленькое. И это является действительно дистрактором. Если в вашем предложении основная мысль передана слишком просто, то это, скорее всего, не верный вариант ответа. И зная этот факт, да, вы долго не размышляете над тем, что, может быть, это все-таки правда или неправда, может быть, это соответствует или не соответствует. Вы просто знаете, что если simplifying too much, да, если идея передана слишком просто, то это, скорее всего, не ваш вариант ответа. Перейдем к следующему. B. The elite of Teotihuacan physically punished immigrants when they tried to leave the city. Сразу обратим внимание, что здесь есть прям повтор слов, да, здесь есть the elite, здесь есть physically, и это тоже признак того, что вас пытаются запутать. Здесь есть слово punished, которое является противоположным к coerce, которое есть в исходном предложении, да, punished — это наказывают, coerce — это наоборот заставляют, но при этом есть вот эти вот big words, одинаковые большие слова, которые, опять же, не знающего человека или который там скорее быстрее хочет ответить на этот вопрос, заставит выбрать этот вариант ответа и ошибиться. Зная этот факт, да, мы с вами можем сразу вычеркивать данный вариант ответа. Следующий вариант ответа, который мы рассмотрим, это D, потому что C верный. Окей, в D у нас есть опять же, признаки, которые позволяют нам понять, что этот вариант неверный. Что это за признаки? Ну, во-первых, здесь две запятые. Да, знание экзамена позволяет нам обращать внимание даже на такие мелочи, на, казалось бы, ну, запятые и что. Так построено это задание, что в правильном варианте ответа, скорее всего, будет меньше запятых, чем в исходном. Или столько же. Но это в крайнем случае. Скорее, меньше. А здесь у нас две запятые, как и в исходном предложении. Также здесь зачем-то поменяли главное действующее лицо, зачем-то поменяли порядок вообще изложения мысли. И если мы прочитаем, мы увидим, что и суть поменялась. Но если вы видите, в первую очередь, что зачем-то поменялся порядок, да, work order, и почему-то поменялся основное действующее лицо, это, скорее всего, неверный вариант ответа, и можно просто его отбрасывать и идти дальше. Таким образом, у нас остался всего один вариант ответа. Мы посмотрим, почему он верный. Да, ну, во-первых, здесь одна запятая вместо двух, это хороший знак. Во-вторых, здесь нету big words, здесь есть синонимы. The leaders вместо the growing power of the elite. Forcibly move вместо coerce people. Common work in Teotihuacan вместо surface additions to the labor force. Эти признаки говорят нам о том, что данный вариант ответа является верным. То есть, если мы видим, что само изложение в таком же порядке, главным действующим лицом являются все те же элиты или лидеры. Если мы видим, что здесь синонимы, а не big words, как мы видели в B. Если мы видим, что да, есть основная идея, но она не выражена слишком просто, как было в A. И если запятых у нас меньше или столько же, то это, скорее всего, тот самый верный вариант ответа. Обратите внимание, мы
не сидели и не размышляли, как лингвисты, а насколько близки эти предложения, насколько они передают основную мысль. Нет, мы просто пользовались знанием экзамена, пользовались тем, как строится вариант ответа в данном задании, для того, чтобы убрать все неверные варианты ответа и оставить тот вариант ответа, который является верным. В этом суть подготовки к формату экзамена. И считается, да, в мире доказано по опыту, что 1-3 месяцев достаточно для того, чтобы обучиться этому, для того, чтобы научиться работать именно с такими форматами заданий, для того, чтобы выработать свою стратегию и получить балл, который вы действительно заслуживаете в соответствии со своим знанием языка. Пройдемся по нескольким простым пунктам, особенностям подготовки языковой, если вы готовитесь к экзамену. Во-первых, все должно быть подкреплено практикой. Что это значит? Ну, банально, например, у нас на курсах все занятия идут на английском языке и только, да, потому что если человек не может быстро сформулировать свою мысль на английском языке, он не сможет сдать этот экзамен, ему не хватит времени. Это просто как факт. Еще один момент, нужно обязательно подкреплять практикой письма. Зачастую, действительно, ребята приходят на IELTS, хорошо знают язык, но в условиях стресса, в условиях того, что ограниченное время, просто забывают, как правильно пишутся по буквам некоторые слова, и это заставляет их терять баллы, но это тоже нужно учитывать. Следующая вещь, при подготовке к экзамену вы должны четко понимать, что у вас получается хуже, что лучше, чтобы правильно сконцентрировать ваши усилия. Конечно же, необходимо работать исключительно с материалами относителя языка, просто потому что такой талмуд грамматики, написанный на русском языке, не поможет вам быстро говорить правильно на английском языке. Он поможет вам выучить правила, но не поможет вам говорить на языке. А это то, что проверяется в языковых экзаменах. Ну и последняя вещь. Да, нужно учиться работать с академической лексикой, не бояться ее, уметь догадываться о смысле слова по контексту. Это те навыки, которые будут проверяться на языковых экзаменах. Только в сочетании, если вы и готовитесь к формату, и знаете, как подтянуть свой язык для непосредственно IELTS или TOEFL, вы придете к тому результату, которого вы заслуживаете. Опять же, если вы хорошо знаете язык, вы сдадите экзамен, да, сдадите, на, например, IELTS там, на 5, на 5,5, на 6, но это не будет тот балл, который вы максимально можете получить, это не будет ваш максимальный, ваш потолок, потому что есть ряд факторов, которые обязательно, да, повлияют на ваш балл. Ну и в завершении, да, я вам обещала, что мы посмотрим на такую сравнительную таблицу TOEFL или IELTS. Да, предстоит выбрать. Большинство вузов принимают оба экзамена, они являются международными. Около 9000 организаций принимают как IELTS, так и TOEFL. Поэтому нужно просто выбрать, что подходит именно вам. Выбрать до того, как вы начнете готовиться, потому что увидели они, эти два экзамена, они достаточно разные. Ну, прежде всего, да, TOEFL это 4 часа, IELTS это 2,5. TOEFL есть только в формате Academic IELTS и в формате Academic General. TOEFL в России сдается на компьютере, IELTS на бумаге. С точки зрения контента, в TOEFL вы услышите, скорее всего, американский акцент, в IELTS не только британский, а множество различных, в том числе американский. В TOEFL в части чтения у вас будут только задания multiple choice с выбором ответа. В IELTS это будут самые разные задания, абсолютно разных форматов. Достаточно много, к этому нужно отдельно готовиться. В части говорения в TOEFL это будет просто запись, в IELTS это будет разговор с носителем языка, и, как мы уже с вами говорили, не обязательно в день сдача остальных блоков. И если говорить о письме, то в TOEFL есть интересные такие интегрированные задания, в IELTS интегрированных заданий нет, но есть задания на анализ графиков, которые вам нужно будет описать то, что вы там увидели. Кстати, коллеги, после того, как я вам рассказала, да, вот все, что могла рассказать про TOEFL или IELTS, какой экзамен вам нравится больше? Ну вот просто нравится. TOEFL или IELTS? Какой экзамен вам бы хотелось больше сдавать? Вы мне писали, какой экзамен вы уже определились, да, сдавать. Может быть, кто еще не определился, какой вам понравился больше? TOEFL или IELTS? IELTS, TOEFL, IELTS, так. Еще варианты? Знаете, обычно немножко больше людей выбирают IELTS, ну и, в принципе, в мире так уж сложилось, по статистике IELTS дают немножко больше. Каждый год, кстати, IELTS дают 2,5 миллиона человек по всему миру.
по разным причинам, да, но важно понимать, что ни один из этих экзаменов не является более простым. Они разные, и готовиться к ним нужно по-разному, и это важная вещь, которую нужно учитывать.